снова здравствуйте, уважаемые инвесторы, зрители. Не прошло и суток, как мы снова с вами на площадке строительства ПКТБ «Соломаш». Вот хотелось бы показать, что за эти сутки изменилось. Ну, наверное, видели в предыдущем видео, что на площадку завозилось оборудование. Сегодня ребята покажут еще оборудование, как говорят, и так каждый день. Вот рядом лежит, да, вот завезли стекла. Вот пачки лежит стекол. Это если подойти сюда, это вот сюда стекла. Потому что не на всех дверях установлены стекла, это вот противопожарные стекла. Они пожаростойкие. Вот привезли и будут монтировать. Вот в ящиках лежат они в коробках. Теперь подойдем к теплотрассе. Сейчас вот пару шагов. Осторожно. Вот и смотрим сюда. Ну, наверное, с этой стороны будет удобнее показать. Да? Вот видите, уже подбетонка выполнена. Вчера только песочек равняли. Сегодня уже здесь бетон. Сделана камера, обшита гидроизоляция. Сейчас снимаю там последние элементы палубки и готовится для засыпки. Дальше копать пока нельзя. Там просто невозможно будет проехать. Поэтому сейчас ждут кран, положат вначале гидроизоляцию, сделают, ждут кран, поставят сегодня лотки. Ну, может, даже не сегодня, а завтра, как посмотрим, как тут по времени будет. Вот, и можно будет, трубы свалены, можно будет здесь уже прокладывать трубы, потому что там дальше надо засыпать и проезжать. Пойдемте на задний двор, в заднюю часть, посмотрим, что произошло там. Прямо сюда, да. Ну, во-первых, сразу видно будет, что здесь идет мытье полов. Он убирается пыль. Здесь к этому отношение у нас очень серьезное. Как раз застали момент, когда здесь все убирается. И убирается неплохо, потому что есть механическая... Механический веник, собственно говоря, для крупной пыли, грязи. Ну и вот поломоечные машины. Регулярно идет уборка. Продолжаются работы по лифтам, по монтажу, если вот сюда повернуть. Ну, сейчас двери закрыты, но там сейчас самое главное, контуры заземления делаются в лифтовых шахтах, потому что все эти конструкции... Подключается контур заземления. Осторожнее, там вот металл сзади режет, нарезано. Не споткнуться. Не споткнуться бы. Ну, это склад тут еще пока. Второй склад. Да, бывает громко. Немножко. Вот, сейчас выходим в фасадную часть. И что происходит здесь? Вот вчера смотрели, и смотрите, как изменилось сегодня. Вот покажите, пожалуйста. Тут уже ездит бульдозер. Выводит под засыпку песком, щебнем. Ну, в принципе, подготовка под асфальтовое покрытие. Тут видно тоже, дорога, часть демонтирована. Сейчас у машины на погрузку стоит. Вот. Ну и будем грузить, продолжать вывозить грунт отсюда. Только прошли сутки, да? А какой объем работы уже, ну, видно. Поэтому видно темпы, это благодаря именно темпам инвестирования. Все это взаимосвязанные процессы. Сейчас пройдем еще одно интересное место. Сейчас пока выключимся и пройдем. Вот, уважаемые, мы с оператором телепортировались на третий этаж АБК. Видно, что здесь происходит. Идет отделка стен шахты лестничного марша. Ребята вот отстраивают лифты, шкафы управления. Идут вот лифт, шкафы. Вон кнопки приказа уже стоят. Полным ходом идет работа. Но
Здесь идет еще одна интересная работа, о которой мы с вами еще не говорили, но которая уже началась. Вот можно посмотреть, здесь с этой стороны выполнена разводка электроснабжения. Что наверху делается, тоже видно, потому что тут еще вентиляция. Спринтеры будут пожарные, противопожарные, орошение спринклерное. Там, вон, видно, все заделано. Но это даже, это уже выполнено, это уже сделано, работы. Какие же еще интересные работы здесь ведутся в настоящий момент? Те, которые открывают нам новый фронт работ. Но видно, что здесь порядок относительный. И сейчас мы выходим к самому интересному. Вот самое интересное. Это оператор сейчас покажет, видите? Это уже выполняются работы по монтажу системы отопления. Новый этап работы. После этого можно здесь сделать стяжку, выполнять, ну и выполнять отделочные работы и прочее, прочее. Материалы есть, видно тут. Так что все это открывает новый фронт работ, новую перспективу. Вот здесь вот видно, да, сюда если зайдем, здесь тоже смонтировано уже все. Так что здесь смонтировано. И вот идет магистраль, делается на выход. Вот, сейчас собирают ребята это помещение, заканчивают делать. Вот, а здесь сделаны, вот уже подано электроснабжение. Здесь будет стоять видеоаппаратура для видеонаблюдения и для интернет-сети. Вот новый этап. Новый этап, это уже монтаж внутренних инженерных сетей. С чем вас и поздравляю. Об этом мы в прошлый раз не рассказывали, но вчера здесь работы вели, сегодня тоже будут работы продолжены. Ну и сейчас можно показать, мы выйдем. Здесь ребята музыку слушают, осторожно. Ну и видно здесь, что делаются отделочные работы, наводится порядочек. Вот уже в целом ряде лифтовых маршей можно устанавливать приборы освещения, выключатели. Где-то еще в стадии, как я говорил, разные работы, но уже есть, где можно ставить освещение, перила делать. Вот смотрите, вот здесь вот сделают нащельники. Ну и в принципе можно будет мыть окна. Можно будет мыть окна. Но и в принципе на второй не будем, наверное, заходить. Там еще пока работы не спустились вниз. Потому что мы с третьего этажа пойдем и будем двигаться вниз. Везде, где можно вести работы, где можно распараллеливать, эти работы выполняются. Сейчас на площадке ведутся работы по установке люкового свода, ну, на отметку. Также ставятся лестницы в колодцы. Вот. Да. Спасибо. Вот. Ну а здесь видно, да, вот лифты уже в этом состоянии. Пойдемте дальше. Пройдем. Здесь вот тоже отделочные работы ведутся. Здесь вот можно показать. Вот сейчас подойдем. Вот видите, уже идет монтаж цепи видеонаблюдения, интернета, потому что на этот участок тоже будет заходить интернет. И не в одной точке. Вот, это вот вчерашний прибывший термостат, или термопласт-автомат. Вот он стоит, да? Это вот, как я уже говорил, будут делаться
детали для ушиенки из пластика. А здесь, вот пройдем сюда, мы сейчас ожидаем подвоза оборудования, которое поступило сегодня к нам на площадку. Сейчас сюда доставят от КП, оттуда привезут сюда станцию пожаротушения, и она будет располагаться у нас здесь. И индукционный регулятор, он будет располагаться в лаборатории. Следите за новостями, мы постараемся вас радовать больше и чаще. А сейчас я вам хочу представить легендарную личность. Дениховский Тимофей Игоревич. Привет. Руководитель генподрядчика. Вот его команда выполняет сейчас все работы. Это вам не Европа. Это мы, славяне. Так что... Советский Союз. Будем, да, стараться, Дмитрий Александрович, да, воплотить ваши идеи в жизнь. У нас вместе сложились очень толковые взаимоотношения, понимающие. Работы сами видите, как они ведут. Четко, внятно, понятно, без всяких придурей и без всякой лишней болтовни. Потому что раньше мы там каждый вторник совещание и так далее. Мы сейчас совещаемся каждый день, да, по 5 минут. Да. Вопросы возникают, быстро обсудили, погнали. Потому что даже штаб находится сейчас внутри здания. Поэтому делайте выводы. С кем строить, как делать и как жить. Берегите себя. До свидания.